Народ, привет! Android-телефоны Samsung поставляются с высокой степенью настраиваемости из коробки, но для тех, кто не удовлетворен и хочет большего, компания предоставляет приложение GoodLock, но, к сожалению, оно недоступно на всех рынках. Тем не менее, GoodLock включает в себя ряд различных модулей, которые позволяют настраивать различные элементы пользовательского интерфейса для более гибкого использования, и Samsung регулярно представляет новые функции в GoodLock. GoodLock также получает новые функции с новыми версиями Samsung One UI. И это произойдет, когда One UI 6.0 выйдет в конце этого года. На данный момент нет информации о том, какие новые функции GoodLock мы можем ожидать, но Samsung сообщили, что команда GoodLock усердно работает над поиском полезных функций и разработкой One UI 6. Даже если Samsung не добавит много новых функций в GoodLock со следующим большим обновлением, пользователям GoodLock следует помнить, что приложение все равно необходимо обновить для работы с Android 14 и One UI 6. Поскольку GoodLock может изменить важные компоненты пользовательского интерфейса, он обычно перестает работать, когда выпускается новая версия Android и One UI, чтобы избежать ошибок и проблем. Samsung уже начали обновлять некоторые из своих приложений с поддержкой One UI 6 и, несомненно, продолжит это делать в ближайшие недели. Пользователи Galaxy S23, вероятно, будут первыми, кто сможет попробовать Android 14 и One UI 6.0 в рамках бета-программы.